Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Нахожусь в районе Тосмос, дорогие наши подписчики и те, кто смотрят этот ролик. Вот нашел для вас проект у моря. Здесь 20 с чем-то блоков. Как бы городок в городке, один также из больших проектов Алании. Находится это место в районе Тосмур. Свой подземный проход на песчаный пляж. И также, где есть плиты с двух сторон. Я выйду, показываю вам этот пляж, душевые кабинки. Это зона барбекю. Первый бассейн открытый. Есть также второй бассейн в той стороне. Маркет, ресторан, открытые парковки, детская игровая площадка, генератор. Ну, огромнейшая территория. Первая береговая линия. Красота, ляпота. Итак, дорогие зрители, здесь у меня продается несколько квартир. 3-4 квартиры, подходящие под гражданство. Цены начинаются от 178 тысяч евро, 2 плюс 1, в других блоках, не таких видовой, как эта квартира. Так что у этой цена 259 тысяч евро. Так что звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Покажу снова вид, как я вижу отсюда. Вот, я приближаю. Вот, я вижу даже вот так. Вот так видно море. Даже еще дерево увеличу. Вот так я вижу своими глазами на данный момент. Вы тоже так будете видеть. Бассейн видно вот так. Начнем показ квартиры. Первый балкон. Ремонт косметический сделан, но придется сюда потратиться. Это как бы для инвестиций выгодно тоже покупать, если в будущем, ну, наверное, где-то через 10-15 лет как минимум, проект, если захотят внести, то здесь построят очень люкс, такой интересный проект. Огромная гостиная комната. Почти с отдельной кухней. Квадратных метров тут минимум полезная площадь 100 квадратных метров. Так. Вот покажем. Потолок. Шкафчик. Есть кондиционер. Арчелик. Это первая спальня. Здесь 10 квадратных метров. Один санузел. Так что есть тут квартиры под гражданство. Можете купить 3 квартиры и получить свое гражданство. Также подходит район под ВНЖ. Даже нет, дорогие зрители, минимум здесь 90 квадратных метров. Не совсем большая. Да, один санузел, гостиная большая, две спальни. 90, да. Итак, я сейчас выйду во двор и сниму вам всю инфраструктуру. На этаже у нас две квартиры. Такой лифт. Надеюсь, работает.
23 года. Начали его строить в 1993 году, закончили в 1996 году. Так, выходим. Здесь надо спуститься на этаж. Интернациональный проект. В основном проживают европейцы. Я вот так пойду, оттуда вернусь обратно. Айдат стоит 350 лир. Ежемесячная оплата. Здание недавно покрасили, видите, все новое. В ресторане ресторан, есть охрана, видеонаблюдение, 7 дней, 24 часа. Так. Вот там один бассейн. Пройдемся. Локация просто бомба. Проект огромный. Сейчас закрыто. Вот огромный бассейн. Где-то тут детская игровая площадка есть. Я сейчас ее не смогу найти. Не видел, в какой стороне она. Ролик, а то будет длинным, пока я его буду искать. Так, я сейчас выйду к пляжу. Короче, у меня здесь есть еще квартиры пустые. От 178 тысяч евро и выше. Просто показал самую видовую. Вот здесь ресторанчик работает, маркет и даже есть внутри проекта. Но также в шаговой доступности есть вся инфраструктура для жизни. Вот чай, там кафе. У нас охрана в той стороне. Охранник постоянно на своем месте. Ворота открывает, закрывает. Очень хорошая управляющая компания. Бильярдные столы. Еще здесь одно кафе. Домино играют. Окей называется. Вот тут бассейн, который я снимал. Тут беседка, зона отдыха. Есть генератор. Вот такое интересное место. Прямой вход к морю. Кого интересует какая-нибудь недвижимость,
который подходит под ВНЖ или без ВНЖ. В районе Махмутлар я уже перестал снимать ролики по этой причине, потому что запросы у нас в основном с ВНЖ. А кого интересуют бюджетные варианты в районе Махмутлар, то у меня есть квартирки от 73 тысячи евро и выше в районе Махмутлар. Вот здесь песчаный пляж, плавный вход. Здесь как бы сделана бухта. И также там песчаный пляж и в той стороне песчаный пляж. Здесь волн много не бывает, потому что эти плиты их сдерживают. Также в той стороне есть пирс. Вот, хочу показать вам такой хороший также здесь пляж. Вот. Тут волн именно в этой части не бывает. Так что, дорогие зрители, если вам понравилось этот проект, эта квартира, то звоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. Также есть у нас другие варианты, как я сейчас сказал. Звоните. Всем пока-пока.